Всем привет сегодня. Новая серия по Drag Racing. Уличные гонки, ребята. Вообще, я думаю, сегодня мы займемся кое-чем. А сегодня я сделаю одну. Я сделаю гибрид тачку. Смотрите. Это гибрид тачка. Она, посмотрите. Это вот. Вы думали, где, блин, взять Жигуль какой-нибудь? Жигуль простой, Жигуль, который едет, в принципе, нормас. А я вам скажу одно, я его сделал. Я-то построил, я взял и построил, просто взял и построил. Я, ребята, думаю, вам показать интро. Потому что, ребята, я сделал его для вас. Именно, ребят, для вас. И сейчас я вам это покажу. Так, ну, ребята, что, посмотрели интро? Показал я вам, А мы, ребята, продолжаем. В общем, что мы будем сегодня делать? Я, ребята, думаю, что надо нам побыстрее крутиться, вертеться, потому что... Короче, с ума схожу даже. Я, наверное, ребята, даже... Так, начинаем, продолжаем, как говорится. Начинаем и продолжаем. Бум. В общем, так, что делаем? Let's go. Что-то охота вот... себе поставить музон на задний фон. Какой бы музон поставить? А я сейчас, ребята, кое-куда полезу, чтобы был задний небольшой мне графончик. Сейчас я полезу в одно тут место. Ну, вам, естественно, будет так себе слышно, но, ребят, зато хотя бы шелушание на заднем фоне вам не будет более слышно. Сейчас найдем. Так, сейчас я тут туда-сюда. Ща-ща-ща. Так. Вот. Во. Отлично. Отлично. Теперь будет хоть графончик хороший, а не шебуршание на заднем фоне. Вдохновляет песня. Вот так. Вот. Вот так вот. Так, ну поехали. Так, ну, давай. Едем. Потому что мне неохота слышать шебушание, мне охота вот это вот все слышать. Просто вы понимаете, то есть, да, мне пришлось зайти сейчас на YouTube, включить этот ролик, зараза. И тут 10-часовая версия этой песни. Это трэш, ребята. Ну, тут зато хоть стрим мы пили. Честно, я тут даже, ребята, так. Это, сделал свой, оставил комментарий. Это, в общем, что пишем? Макс Позитивный находим канал. И тут у меня, ребята, два аж комментария. Вот, два аж комментария, ребята, два. Вот. Давайте я для вас их даже зачитаю свои комментарии. Эту музыку можно слушать, когда делаешь ДЗ. Второй комментарий. Мне кажется, что лиса усала после такого выступления 10 часов после такого и после того лиса. Ну, не, ну нафиг. Я лучше буду сниматься в коротких рекламах. В принципе, ответ тут очевиден на этой лисы. А что делать-то, ребята? А что делать? Все-таки я бы столько не смог танцевать. Приора, вот это да. Вот это да. Вот это называется абракадамра. Ну, чё ж ты тут приорик нам навертел? Полетел приорик. Не смогла машина. Не вытянула, не просто взяла и... Была система взорвана. Вот так вот. Да, ребята. Да. Детали, так.
Двигатель опять сервис, это задолбало. Я уже постоянно после каждой третьей, может, гонки уже чиню, потому что мне просто это, но надоедает уже чинить это все. Так, ладно. Честно, интро делать это вообще, ну, самое трудное. Вообще, я, ребят, потратил, наверное, часа полчаса, может, или сколько, я уж больше не могу даже. Точно сказать невозможно, просто невозможно. Это просто нереально, не знаю, сколько я потратил на это времени, я просто не знаю. Поэтому, а кто его знает, называется. Я все... Ё-моё, да что у меня... Вот чё из памяти-то все вылетает? Чё из памяти-то, блин? Вылетает, все из памяти, ребята, вылетает. Вот понимаете, все это из памяти берет и вылетает. Так, заходим тогда мы в тюнинг. Эку. И сюда отвечу, ладно, и все нормально. А мы тесты не сможем взять, у меня турбодавление, зараза. А давляк в шинах оставил вообще одинаковый, стоковый, я не стал ничего творить с ними. А смысл, ребят, какой смысл-то? Вот, это максимально, кстати, у машины 1584 ЛСТ, я... Даже не знаю, плюс в команде нахожусь. У меня еще ЗЦ 275, подождите. А 275 ЗЦ-па. Так, а у меня, подождите, задания обновились, не обновились? Нет еще. Ну что, ребят, может в чемпионате попробуем поучаствовать? Ну? Да давайте поучаствуем, пусть. Ну так, ребята, проверим, интересно. Она будет стартовать уже, когда перед... стартом, то есть она интересно должна по логике стартовать, начинать шлифовать, но все-таки зацепа-то уже нехило. 275 или 257, подождите, у меня в глазах это померещилось, или там реально не так? Не, 275, да в принципе это уже много зацепа-то. Намного. Так, шестая позиция. Да, давайте. Король тут вина чаржи поставил такой. Ну, так сойдет, типа. Наверное, подумал. Нет, ребята, еще до сих пор шлифовки даже нету. Так, ой. Ой. Что-то даже, да, я так перепугался. Ну, давай. Да как? Ребята, если что, там реально не было ничего даже. Ничего не было. Вот. Такая вот она фигня. Даже я не видел, чтобы до туда долетела. Так. Тут трошачок, конечно. А? Пал Палыч. Что за Пал Палыч? Я кто знает его. Какой-то Пал Палыч. Сан Саныч. Вот тогда. Сан Саныч, Пал Палыч. В принципе, одни и те же ребята. Так, ну давай. Надеюсь, ты его-то зафигачишь. Тойота, давай, не сдавай себя. Так, нормально. Все, полетело. Дальше долетишь уже. Гибрид Тойота для бездорожья. Кстати, я построил, реально. Машина для бездорожья. Уф, пятая долго. Очень ей накочегарит на пятой. Видимо, пятая, у нее, видимо, проблемка. Пятая слишком ей трудно дается, это да, конечно, да, да, конечно, да, 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 вот так вот.